С красными праздничными лентами в первых рядах доярки, ветеринары, зоотехники и те, кто внес значительный вклад в достижения прошлого года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко поздравили аграриев и отметили достижения последних лет. День животновода – это праздник, который плотно, неразрывно связан с нашей историей, нашими традициями, укладом жизни. За 30 лет животноводство пережило разное. И вы вместе с ним. Многие из вас. Вспомните 90-е годы. Откровенное разорение, уничтожение ферм. И благодаря опять-таки вам мы все равно говорим не о возрождении сегодня животноводства на Кубани, а пусть, может быть, не такими темпами, но его устойчивым развить. Уважаемые животноводы, хочу сказать вам слова благодарности за ваш труд. Ведь животноводство – это образ жизни. На самом деле, без выходных, без праздников – это большой труд. Огромный труд, который вы вносите и в жизнь там, где вы живете, и в целом в развитие нашего большого, сильного, мощного агропромышленного комплекса Краснодарского края. Спасибо вам за это. Праздником! Делается очень много. Принят закон о развитии животноводства в Краснодарском крае, который позволяет существенно увеличить финансирование производства мяса у нас в регионе. Прошла зеленая неделя в Берлине, где было подписано соглашение об создании на территории Краснодарского края селекционного племенного центра, который, я уверен, даст новый импульс развития животноводства в нашем регионе. Лучшим животноводом глава Кубани вручил региональные награды чемпионам краевого конкурса профессионального мастерства, оператору машинного доения из Щербиновского района, зоотехнику из Калининского района и фермеру из Кореновска на празднике передали ключи от автомобилей. День животновода проводится в крае второй год.